Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 1. Задание 326. Выполни кратное сравнение двух данных объемов 10 кубических дециметров и 10 кубических, 100 кубических сантиметров». Но для того, чтобы сравнить эти объемы, нужно выразить их в одинаковых единицах измерения. Тогда давайте выразим 10 кубических дециметров в кубических сантиметрах. Мы знаем, что в одном кубическом дециметре содержится 1000 кубических сантиметров. Тогда в 10 кубических дециметрах содержится 10 тысяч кубических сантиметров. Вот, а теперь нам нужно ответить на вопрос, что же выполнить кратное сравнение. Как выполнить кратное сравнение двух величин? Нужно большую величину разделить на меньшую. Тогда мы узнаем, во сколько раз большая величина больше, чем меньшая. То есть мы должны разделить 10 тысяч кубических сантиметров на 100 кубических сантиметров. Ну, как разделить на 100? Чтобы число разделить на 100, нужно у этого числа забрать два нолика. Вот этот и вот этот. Тогда остается у нас 100. Частное равно 100. Это раз. Во 100 раз. Это мы узнали. Во сколько раз десять тысяч больше 100. Ну, остается записать ответ. Теперь запишем ответ. Читаем еще раз вопрос. Выполни кратное сравнение двух данных объемов. Объем 10 кубических дециметров и 100 кубических сантиметров. И вы выяснили, что 10 кубических дециметров в 100 раз больше, чем 100 кубических сантиметров. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.